А тем временем у нас еще один представитель Самарской области, Надежда Чевакина. Надежда, расскажите, пожалуйста, с какой продукцией вы приехали на эту выставку и чем эта продукция уникальна? Я являюсь представителем кондитерской фабрики «Сласти», которая находится в Самарской области, город Тольятти. Фабрика производит кондитерские изделия. Основное направление – это карамель, зефир, ну и конфеты. У нас фабрика существует очень давно, то есть и, соответственно, продукт, который мы производим, имеет уже определенные свои ценности не только у наших потребителей, но и в целом по стране и за рубежом. А как вы на данный момент реализуете вашу продукцию? Мы ее реализуем посредством клиентов, с которыми мы заключаем договора по всей стране. То есть это наши партнеры, с которыми мы работаем уже несколько лет, с которыми мы сотрудничаем очень достаточно плотно. То есть получается, ваша продукция представлена не только в Самарской области, но также и по всем регионам почти? Не только в Самарской области. Супер. А какие задачи вы перед собой ставите на данную выставку? Задача стоит по поиску новых партнеров. У нас есть приоритеты, которые мы себе поставили. Расширение, например, экспортных поставок. То есть и эта выставка, надеюсь, нам в этом поможет. Надежда, спасибо вам огромное. Оставайтесь с нами.